Татьяну и Вилли тренирует Александр Жулин. Напомню, что Татьяна Навка именно под руководством своего тренера и мужа стала олимпийской чемпионкой. Охотился, порыбачил по-русски, а теперь вышел на лед. И, между прочим, выглядел на льду вместе со своей очаровательной партнершей очень и очень неплохо. Очень уверенно Вилли катается. Ему довольно легко даются сложные элементы. И пара очень гармонична. Безусловно, запомнились Татьяна и Вилли. Запомнились болельщикам и телезрителям, я надеюсь.